Приветствую вас. Я думаю, что ответом на ваш вопрос будет наличие у вас тех или иных ожиданий. То есть, условно говоря, если у вас есть какие-то ожидания от того, что вы признаетесь человеку в своих чувствах, то в таком случае, наверное, не стоит что-либо человеку рассказывать, потому что вы будете только себе таким образом вредить, вот, и, собственно, ничего хорошего из этого не получится, вот. Ну, просто потому, что вы будете иметь определенные ожидания, вот, вы будете чего-то хотеть, да, у вас будут какие-то, ну, надежды, вот, а ситуация, она, соответственно, не будет соответствовать ожиданиям, которые у вас будут иметь место быть. И, соответственно, кроме негатива какого-то, больше у вас ничего не будет, кроме негатива. Потому что, ну, негатив, разочарование, болезненность и прочее. Вот. Если ожиданий нет, вы просто хотите сказать человеку правду, к примеру, то да, в таком случае вполне можно сказать мужчине, а там, ну, вашему партнеру, что вы имеете к нему чувство. Проблема в том, что зачастую люди как раз таки имеют определенные ожидания от своих признаний, вот, и именно из-за, именно из-за наличия у людей вот этих самых ожиданий, появляются определенные трудности, определенные проблемы. Вот. В частности, какое-то разочарование возникает, возникают какие-то, в частности, обиды, вот, и так далее. Что никак, знаете ли, не способствует, ну, установлению адекватных отношений с людьми. Вот. Ну, в частности, с партнерами, любовными партнерами. Вот. Поэтому ответ на ваш вопрос может быть только таким, вот,
только таким может быть ответ на ваш вопрос, потому что другого ответа там, в принципе быть не может. Вот. Я надеюсь только на то, что вам это реально поможет. С другой стороны, вызывает, конечно, вопрос то, почему вы спрашиваете нас, что вам делать в контексте своей личной жизни. То есть, если вы себе, к примеру, не уверены, если вы себе, к примеру, сомневаетесь, то нужно, соответственно, посмотреть на то, в чем именно сомнение идет. То есть, в чем вы конкретно сомневаетесь, да? И почему это сомнение вообще имеет место быть? Ну, для вас. Вот. Если это будет выяснено, если вы свои сомнения сможете раскрыть, то, на мой взгляд, проблема решится сама собой. И в будущем подобные дилеммы вас беспокоить не будут. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. И лучшего я желаю вам всего самого доброго и удачи.